Митрополит Тобольский, Тюменский Дмитрий в неделю святых жен мироносец совершил божественную литургию в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля. А по окончании богослужения архипастырь вручил патриарший знак материнства трем молодым мамам за чадолюбие и жертвенное материнское служение. Следующий сюжет подготовлен по материалам наших западносибирских коллег. Сегодня, в этот день празднования жен мироносец, мы хотим вручить награды святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла семьям, которые воспитывают в христианском духе семей, в христианском духе детей и тем самым как бы повторяют подвиг жен мироносец. Владыка Дмитрий поблагодарил матерей, в частности отметив, что ребенка мало родить. Его нужно воспитать достойным гражданином нашего общества, привить ему нормы нравственной жизни. А это требует огромных сил. После торжественного вручения наград состоялось общение тобольского архипастыря с награжденными семьями в менее официальной обстановке. За трапезой дети исполнили музыкальные номера, продемонстрировав свои музыкальные способности. В завершении встречи владыка вручил своим гостям подарки, а на Софийском дворе было сделано общее фото.